В городе стартовала весенняя неделя добра. К ней уже присоединились более 100 волонтеров. А в этом году активное участие принимают как общественные организации, так и коммерческие структуры. Помощь для детей из малообеспеченных семей, сбор подарков для ветеранов и многое другое. Сделать добро может абсолютно любой северодвинец. В этом году можно присоединиться к акции «Чужих детей не бывает», «Мир сквозь чистое окно», «Подарок ветерану» и другим. С 20 апреля по 20 мая коммерческим и общественным организациям предлагают провести мастер-классы для детей из детских домов, организовать поход в театр или кино, а также провести возле своей организации субботник или предложить свой вариант доброго дела. Например, к акции «Во имя добра» могут присоединиться не только организации, но и все жители города. Мы собираем денежки для 6 ребят, вот они здесь изображены, на медицинскую технику. То есть в основном это ребята с поражением опорно-двигательного аппарата. То есть кто-то не ходит, кто-то ходит, но с трудом. И здесь нужны такие развивающие велосипеды, тут особая марка, прогулочная коляска. Общая сумма сбора составляет около 500 тысяч рублей. Специальные кубы находятся в крупных торговых центрах города. Присоединиться к какой-либо акции или задать вопросы можно по телефону 56 28 46.